Звезда извинилась перед фанатами за то, что в ближайшие дни будет редко публиковать новые посты, так как хочет с головой уйти в подготовку к главной премьере сезона. 35-летняя российская певица-телеведущая Ольга Бузова недавно сделала неожиданное заявление о том, что сыграет на сцене МХАТа. Похвасталась, что на пьесу с ее участием уже распроданы все билеты. Об этом звезда «Дома-2» сообщила в Инстаграме, а также раскрыла подробности подготовки к спектаклю о молодом Иосифе Сталине под названием «Чудесный грузин». «Самолет сразу в театр на репетицию. Уже через пару дней я выйду на сцену, на которой играли гении своего времени – Вертинская, Ефремов, Табаков и Смоктуновский. Это безумно волнительно. Каждый прогон со мной рядом – художественный руководитель МХАТа Эдуард Владимирович Бояков, которому я очень благодарна за поддержку и правильный настрой», – поделилась с подписчиками Бузова. Между тем телеведущая подчеркнула, что на премьеру постановки с ее участием раскупили уже практически все билеты. Так много желающих попасть на наш спектакль, что билетов на 11 июня уже практически не осталось. И совсем немного мест есть на 12 июня. Спасибо за такой интерес ко мне и к моей премьере на культовой сцене с легендарной труппой театра, добавила Бузова. При этом инстадива извинилась перед поклонниками за то, что в ближайшие дни будет редко публиковать новые посты, поскольку хочет с головой уйти в подготовку к главной премьере сезона. Авторы постановки обещают, что зрителя ждет взрывоопасная смесь экшена и детектива. Музыкальный критик Сергей Соседов поделился мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения странных людей на руководящие посты в российских театрах. Безмятежный пахнет огнем и все.